Традиции празднования Пасхи и мастер-класс по украшению куличей. Воспитанники Таврической духовной семинарии провели праздничный урок для четвероклассников. С инициативой выступила Общественная палата Крыма. Начинание нашло отклик в епархии. Такие уроки, по мнению организаторов, помогут детям расширить кругозор и познакомиться с православной культурой. Ребята узнают не только о традициях, они еще смогут проявить свои творческие таланты, мастерство. Они украсят куличи сами, которые принесут в подарок своей семье. И мы вот совместно с епархией хотим заложить вот эту основу духовного воспитания наших детей, да, это вот наша цель.